И вот там был такой пассаж, что вот Россия уйдет с Донбасса, потому что он ей не нужен. А где логическая связь? Он ей не нужен, и она уйдет. А зачем туда заходили? Нет, просто логической связи в этом нет. Это вопрос вообще такой, ну, как бы, можем вообще тут в дебри уйти уже в российские, потому что это отчасти вопросы российской, ну, Путина-победителя. Он же как бы, они же никогда не думают, им главное, что захватить землю и насрать там, как бы, понимаешь? Вот, вот чернобыльскую катастрофу Фокин нам прогнозирует. Но зато российский флаг. Обосрано все, но с русским флагом. Ну, это же здорово. А, Россия, встаем с колен. Обосрали все, убили, разграбили, сделали непригодным для жизни. Просто изнасиловали и уничтожили регион. Обосрали его. Вот если совсем вот убрать составляющую погибших, вот что невозможно убрать. Ну, вот просто говорить, что в результате. 6 лет обосранный русским говном Донбасс. Вот что мы получили. Ну, и они тоже. Давай переходим к следующей теме.